Вот уж не предполагал, что в комьюнити Deaths of Fire and Dice могут происходить масштабные конфликты, что мне придется записывать отдельное видео. Сегодня я расскажу о том, какой хаос происходил на форуме T21+C, почему я считаю Гугнисана Дэвидом настоящим манипулятором Deaths of Fire and Dice, и какие последствия повлек за себя сам форум и участники данного конфликта. Меня зовут Папирус, мы начинаем. Большое спасибо двум человекам, которые мне помогли при создании данного ролика, а именно Котвайдер и Шинора. Ведь именно они мне перевели данный файл на русский язык и тем самым мне помогли при создании данного ролика. Все ссылки на их каналы я оставлю в описании. Также будет оставлена ссылка на сам документ, где я все это рассказал вкратце. Поэтому, если хотите узнать побольше, то ссылка на данный файл будет в описании. Сегодняшний ролик будет посвящен одному человеку из Кореи под ником Гугнисан Дэвид. И все это произошло на сервере The 21 Forums. Если кто-то не знает, то данный сервер предназначен для оценивания тех или иных карт в Deaths of Fire and Dice, где игроки со всего мира могут либо отклонить, либо принять данную оценку каких-либо карт. И вот на вот этой системе оценивания и произошел конфликт. В апреле-мае этого года Дэвид запросил повторную оценку чарта Absolute Estination, и по итогам голосования игроков она была отклонена, после чего он и несколько игроков вышли с сервера. С этого момента он начал использовать вкладку сообщества на YouTube, чтобы распространять дезинформацию о 21 форуме. Один из его утверждений, полностью ложным, был факт: уровни оцениваются на основании скоростных испытаний. И он, как один из первых менеджеров, прекрасно знал, что в 21 форуме это не делали никогда. 6 июня Дэвид вернулся обратно на сервер вместе с ранее вышедшими игроками и представил новые базовые уровни. Все же обсуждение едва затрагивало его идеи, потому что менеджеры обсуждали факт, что уровни не должны изменяться вообще. Весь процесс он транслировал на своем канале с заголовком «Я спасу 21 форум». Дэвид намеренно искажал слова Дезника, одного из менеджеров в тот момент, чтобы выставить его более вредоносным, и делал ужасные замечания в его адрес все время, если он не выполнял требования Дэвида. Это было возможно только благодаря языковому барьеру между игроками. После обсуждения Дэвид и вернувшиеся игроки опять вышли и продолжал обвинять 21 форум во вкладке сообщества своего канала, иногда упоминая Дезника. Дэвид переключил свое внимание на Дезника и начал распространять дезинформацию и клевету на своей странице сообщества и перед многими участниками сообщества, используя языковой барьер в своих же целях. Когда Дезник заметил русский бикетс на АТЦ, Дэвид создал группу с игроками своей команды за пределами сервера АТЦ, чтобы отдалиться от Дезника и в будущем отказавшись использовать чат в одном сервере с ним. После чего он возвращается на 21 форум. Он предлагает ему уйти в отставку с поста менеджера на основании искаженных, заведомо ложных заявлений. После чего Дэвид пытается заснайпить желанные чарты Дезника, один из которых был Cursed Metamorph. Он также просил игрока с ником Джипер сделать то же самое с уровнем Gender and Metal Bat. Впоследствии это будет доказано. Дезник анонсировал чарт, который на самом деле играть не собирался. Дэвид клюнул на приманку и скачал его в этот же день. Бивен обсуждал использование 16 королы с участниками сообщества, включая Дэвида. Бивен попытался связаться с ним, чтобы обсудить эту проблему лично. Тот зашел на свой личный сервер и спросил, стоит ли мне заблокировать этого идиота, а также унижал его в и вне его присутствия. Он обещал покончить с собой, если все не пойдет, как он хотел. Он также унижал участников сообщества вне Кореи, один из них, который был Кекман. Это говорит о том, что его намерения могут выйти за рамки унижения Дезника. Какой же все-таки итог данной ситуации? Что пишут менеджеры T21+C? А вот что.
В целом, мы сочли такое поведение не только деструктивным по отношению к его целям, а скорее совершенно неприемлемым, поскольку его попытки преследования нескольких игроков и разрушение сообщества не могут быть остановлены без внимания. По этой причине менеджеры T21+C коллективно решили удалить его с данного сервера и связанных площадок. Мы как единое целое не поддерживаем преследование, манипуляции и нарциссизм со стороны любого человека. Мы будем продолжать принимать меры против тех, кто считает, что подобное поведение является неприемлемым для того, чтобы сохранить сообщество Edits of Iron Dice уважительным, здоровым и растущим. Что я думаю насчет вот этой ситуации? Все очень просто. Кукнисан Дэвид является манипулятором Edits of Iron Dice. И в свою очередь он заслуживает свое наказание. Потому что преследовать игроков и манипулировать ими, чтобы они плясали под его дудку, это самое низкое, что может сделать любой человек. И я согласен с решением менеджеров T21+C о его блокировании на данном сервере. На этом все. С вами был Папирус. До новых встреч.